криптотранспорт, то есть с помощью криптовалют можно представлять криптоактивы с помощью так называемых цветных монет. Но есть огромная проблема. Это первая проблема, это законодательство. Как гарантировать конвертацию криптоактивов в реальные активы? Кто будет законодательно это обеспечивать? Это первая проблема. Вторая проблема – это обеспечение таких криптоактивов какими-то организациями, которые готовы использовать блокчейн-технологии для того, чтобы передавать активы друг другу и гарантировать обмен криптоактивов на реальные активы, например, там, скрипки золота или реальные деньги, да, фиатные деньги. И третья проблема – это, собственно, отсутствие сейчас каких-либо инструментов, программных средств для конвертации реальных денег или там, реальных активов в криптоактивы. Что мы предлагаем? Необходимо как-то разработать хотя бы какой-то прототип, который позволит, например, конвертировать любые электронные деньги, да, то есть, например, в качестве примера реальных активов. Можно взять любую платежную систему, Kiwi, Яндекс.Деньги или там, даже PayPal. И необходимо иметь возможность сконвертировать эти электронные деньги в криптоактив и обратно. Этот мостик это первый шаг на пути преодоления вот этой пропасти между криптомиром и реальным миром. Спасибо. Итак, да, вы можете запоминать те проекты, которые мы услышали. А мы все равно фиксируем. Леночка, вот как раз записывает.